В прошлом ролике я задала вопрос, сколько лет вот этой девушке. Итак. My name is Miss Julie Wilkerson, and I'm a second grade teacher at O'Rourke in Mobile, Alabama, and I've been teaching for 28 years, and guess how old I am? Let's go for 55. So, have a great summer. Today's the last day of school. Ready for summer vacation. И мы снимаем в школе. Всем привет, Оксана из Алабамы. Сегодня 29 мая, и я привела Ваньку в школу, хотя уже школа закончилась. Так получилось, что в тот день, когда шли тесты по математике, его вырвало, и я его забрала домой. В общем, мне сказали привезти его вот среди каникул, чтобы он дал эти тесты. Пока он там сидит в классе с учительницей, я погуляю. Решила вам просто поснимать, как выглядит при этой начальной школе площадка их игровая, спортивная, за самим зданием школы. Подумала, некоторым будет интересно, и это будет у меня в разделе «Школа США». Итак, сначала делаю круг вокруг собственной оси, потом буду снимать так. Итак, само здание школы с, видите, с кирпичной облицовкой. Есть маленькие домики. В них обычно пятые классы занимаются. Сейчас покажу. Вот беседка. Напишите мне, вы удивлены увидеть колеса на школьной площадке или нет? Вот здесь, смотрите, такой большой зеленый газон. Хочу дойти до забора, чтобы показать вам, что школа обнесена забором. Видите? Итак, видите, какая большая территория. Детям играть в футбол и прочие пробежки у них. Каждый день физкультура в начальных классах. А вот какой заборчик. А там какие-то частные дома. И как это, скрытая камера. Видите, лошадь у них во дворе. И ребенок в пижаме в розовой. И лошадка. Ну что, теперь я направляюсь туда. Я сказала учительнице, что я буду гулять пока. А мой сын тестируется. И погуляю, поснимаю фитнес. Шла мимо забора, не удержалась. Вот.
Я не ожидала увидеть лошадей там. Территория огромная при школе, прям огромная. Не во всех школах так. А тут, я смотрю, продолжается еще забор. То есть там лошади, здесь забор, и здесь другой хозяин тоже есть лошади. Или даже пони. Очень интересно. Надеюсь, вы наслаждаетесь пением птиц. Я вышла на дорожку. Вот для игры во фрисби, как я поняла, вот эта штуковина. Потом для игры в волейбол. Сетка натянута. Разумеется, мне очень хочется показать вам поближе вон ту детскую площадку. Вон еще одна ловушка для фрисби. То есть детей сюда выводят поиграть. Здесь нет такого, что на перемене все они разбегаются, как куры под двором. Нет. Их строем выводят по очереди. Никакого столпотворения не бывает. Всегда оговариваются, какие классы. Обычно два класса. То есть после ланча малышам дают побегать. Или до ланча. Ну, в общем, они там сами разбираются. Мне вот это нравится. То есть у них... они же в школе должны торчать вот в начальной с 8 до... 3, мой приезжает 3:30 домой, то есть у них здесь уроки длиннее, но также у них есть большая перемена, которая длится там не 15 минут, там то ли 30, то ли 40, то есть туда входят ланчи, это вся беготня на детской площадке, тем более в этой начальной школе есть классы для 4-леток и 5-леток, то есть дошкола именно при общеобразовательной школе, а не в детском саду. Обычно в алабамских школах такого нет. Это вот у нас, мне кажется, одна из редких школ города, где бесплатно 4-летки и 5-летки могут заниматься. Напишите, если вы живете там в России или в каких-то других странах СНГ, похожи ли ваши детские площадки на эту, которую я вам сейчас показала? Видите, покрытие разное. Здесь какие-то мульча деревянная, а здесь уже более навороченная. Видно, что эта площадка более новая. Здесь из резины, резиновая мульча. И детская площадка здесь закрыта, то есть, чтобы... По выходным никто не приходил, сюда не лазил.
Нет, есть люди, которые приедут и залезут. Типа моего среднего сына. Такие, которым вечно надо больше, чем другим. А небо как у вас, да? Кучевые облака. А что здесь? Там, похоже, вообще для самых маленьких, для 4-леток. О, детская площадка. Вот я прошла к маленькой площадке для малышей. Мне кажется, здесь нужно что-нибудь еще построить. Кто-то сейчас спросит, Оксана, вот как ты ходишь, снимаешь? Ты не боишься, что там полицию вызовут? Ну, во-первых, директор знает, что я в школе. Во-вторых, директора я уже подмазала. Она уже знает, что такое русские конфеты, и зефир, и мои книги, и цветочки на праздники. Директор знает, что я ютубер, и она бы имела бы ко мне претензии, если бы здесь были дети. А так, когда я просто снимаю для своего канала, и как-то дети не мельтешат, потому что, оказывается, родители, когда свое чадо определяют в школу, они должны подписать документы, они разрешают своему ребенку сниматься или нет. Некоторые родители против этого. И получается так, что они хотят, чтобы на них в суд подали, чтобы вот их ребенка отсняли и все такое. Ну вот так. Хотя, когда мы едем на экскурсии, все родители снимают, что хотят. И непонятно, то ли они в Инстаграме или там выставят, или на Фейсбуке, или где. То есть, сами понимаете. Вот получается, вот такая большая площадка для малышей и гигантская для старших классов. Так их замечательно разделяют. То есть, в этой школе дети только с 4 лет до, по-моему, 11, в 5 класс. 5 лет идут в школу, называется киндергарден, в 6 лет первый класс. То есть здесь привозят еду, там столовка находится. Сейчас покажу, кому интересно. Можете смотреть, я буду снимать парковку. Здесь как бы парковки для машин несколько. Здесь для учителей, для родителей. Там. Так, я отошла в сторонку. То есть я находилась там. Здесь другая маленькая парковка. Обычно, когда родители своих детей в школу привозят, они сюда заворачивают, тогда везут. Здесь некоторые паркуются, а некоторые просто сбрасывают и уезжают дальше по кругу. Это очень удобно. В каком-то из своих видео я показывала, как я это делаю. Здесь 3 линии для машин, очень удобно. Вот как называется его школа, O'Rourke Elementary. Elementary — это значит начальный.
Вот написано, 24-го был последний день для учеников. Вот здесь выезд. Видите, две стрелки? То есть, когда детей сбрасывают, потом здесь разворачивается, то есть столпотворения нет. Мне кажется, здесь сделано очень по уму. Школа выглядит, как будто бы несколько корпусов соединены вместе. Видите, там другая парковка, там входы в другие корпуса. Когда Ванька с репетитором занимался, я платила $20 в час. Ну, в общем, два раза в неделю он с ней занимался. Когда мне казалось, что его надо подтянуть перед экзаменами, то я его забирала отсюда. Она его выводила, я его забирала где-то в 4:30. Так что я вам показала школу. Напишите, что вас удивило, что вам показалось глупо или интересно, или необычно. Вот. Ну, в общем, вот американская школа здесь в Алабаме. Алабама считается бедным штатом. Ну, бедным штатом. Это не значит, что здесь все бедные. Здесь есть очень богатые люди. Например, вон тот дом, который напротив школы. Чуть ли не дворец. Там и забор. Все там, целый дворец. Самый богатый дом. Мы не знаем, кто там живет, но... что здесь также есть и богатые, и миллионеры, которые тут хорошо устроились, и врачи, и юристы. Что? Такие дела. Мне в этой школе нравится эта надпись на стене. Как же это возможно, что из всех детей в мире, во всем мире, у нас самые лучшие? Кстати, если вы учителя захотят отправить письмо, прямо находясь в школе, на работе, вот почтовый ящик стоит. И почтальон придет и заберет. Прикольно, да? Иду забирать Ваньку уже. Иду его забирать. Кто еще не видел эти коридоры? Видите, школы здесь строятся. Не, это не каркас, а цементные блоки. Я знаю, сейчас кто-нибудь спросит про колечко, зацените, да. От моей бабушки Нины досталось, бабули Нины. Я люблю золото. И прям я не снимаю. То, что ношу, я не снимаю обычно. То есть это называется murals на стенах. Когда стены разрисованы, даже вот туалет получается. Вот входите в девчачий туалет, тут на стенах вот бабочки, и цветочки, и божьи коровки. Тут написано beautiful. Как раз не снимала вам никогда туалет в начальной школе. Пожалуйста, сколько тут кабинок? Причем это не единственный туалет на, скажем так, 6 кабинок. Не единственный туалет на первом этаже. Это туалет именно к этому. Тут получается 2 отделения, да? Здесь 1, 2, 3, 4 раза. 2, 3, 4, 5, 6. Здесь 8 классов. В этом отсеке. Отсек, слово не могла вспомнить. В этом отсеке 8 классов. О, написано, я лидер своей жизни. По-моему, сюда. Я, по-моему, уже запуталась, куда идти.
Я помню, когда я росла в Ташкенте, училась в школе 235 и 260, заканчивала. У нас цветы стояли везде. Hello. Making video American school. Так, мисс. А, вот здесь. Видите, здесь идет еще один отсек. Как раз удобно снять, когда учеников нет, и никто не будет возмущаться. Вот, понятно. Сканер, чтобы учителя могли прийти в нужный момент и отсканировать, что им нужно. Здесь написаны имена учителей, чтобы вы могли их легко найти, к какому учителю вы идете. Туалет для учителей, faculty and staff. Вот, для женщин и для мужчин. Для... А это для детей. И тоже, видите, для мальчиков тоже вон все раскрашено. Учителя здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 учителей и их классы. Они сейчас как раз убирают, готовят. Ваня доволен. Он, получается, пришел сдавать тест летом, а ему она дала кучу конфет. Покажи, какие конфеты подписчикам. Конечно, то есть получается, наверное, на вечеринку эти конфеты раздавали. В общем, она ему отдала остальное, и она карандаши его отдала. Разные носки, это писк моды или лень, не знаю точно. Что? В общем, он счастлив. То он не хотел идти в школу тест сдавать, а теперь он доволен. Ваня, остановись, покажи свое довольное лицо. А ну-ка, нет, скажи по-русски. Скажи, я доволен. Заряжаю вас на хорошее настроение. Репосты, лайки, дизлайки, комментарии. Здоровье, богатство. Пусть у вас все будет хорошо. До новых встреч. Мы желаем счастья.